Всем привет, рядом на канале MC3, сегодня мы строим город, и это уже 9-я часть, сегодня мы построим отделение банка. Так, сейчас нужны детали. Только кварцевая колонна надо. Так, мы сделаем немножко подальше на дороге. Это здесь. Это первая дверь. С этой стороны будет. Так. Ну, следующая, думаю, часть я уже помимо этих домов, что там застрою за магазином. 4-5 домов построю. Таких больших, крупных. И уже будут те только частные дома. Сейчас. Вот здесь банкомат. А здесь инфокиоск. Будет банк. Отделение банка уже есть, а вот еще надо отделение почты где-то впихнуть. Не, почта где-то пускай здесь будет. Вот так вот беру. Да, почта, отделение. Синий материал.
значит, много надо уменьшить будет. Что магазин телефона будет. Для того, чтобы смотреть, у меня на себе. Голубой такой. Пол ты тоже быстро сейчас все сделаю. Быстро сделаю. Ну вот. Настраиваем. Писал. Могу продлить немножечко. Это почти. Примерно в будущем в этом месте будет школа, но это в будущем. Вот, ну что ж, это будет 9-я часть, я строю город. Сегодня мы построили отделение банка и отделение почты. Ну что ж, это всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!